друзья, сегодня у нас на обзоре катушечка Абуга Россия Black Max 2, размер 2500S, скажем так, medium light, medium по размеру. Ориентировочная нагрузка до 4,5 кг, идеально подходит к спиннингу Black Max, скажу вам сразу. Здесь спиннинг до 6 кг, катушечка до 4,5. Обе эти снасти представляют из себя идеальную балансировку. Они были созданы друг для друга, поэтому ловить такими вещами довольно приятное занятие. Легкий графитовый корпус и шпуля из алюминия делают общий вес катушки равным 243 граммам, что опять же идеально балансирует ее с нашим спиннингом Black Max. Рукоятка универсальная, перекручивается под левую либо правую руку. При этом крутим мы за резиновый кноп, который не даст слететь руке, даже если она будет мокрая. Далее по классике идет фрикцион с довольно широким диапазоном настроек. Работает идеально. Слушаем звук. Тут же имеем четко фиксирующуюся дужку лесоукладывателя. Работает все без вопросов. Имеем 4 плюс 1 подшипника. Лично я проверяю работу катушки вот таким вот холостым ходом. Должно сделать не меньше 10 оборотов. Без вопросов даже сделала больше. По низу имеем удобный рычажок переключения реверса. Назад нет, в обратную сторону. Получаем уже ход вперед и назад. Итак, катушечка в сборе, спиннинг в сборе, вся снасть в сборе. Давайте побросаем. Поставил я такую вот вертушку приятную. Посмотрим, что получится. Посмотрим ход, посмотрим сам бросок и все остальное. Ну, попробуем. Ход идеально мягкий. Чувствительность бомба. Идеал. Отпускаем. Мягче. Слышно, да? Несмотря на ветер, слышно, как фрикцион работает. Идеально. Заброс. Превосходно. Летит далеко. Так, ну, намотка вообще бомба. Сразу зацеп, первые же. Закрываем фрикцион и попробуем выдернуть. Пошло, выдернули, отлично. Шумов нету, плавность идеальная. Бросаем еще раз. Так, опять зацеп был. Вообще идеально, балансировка просто бомба, мне нравится. Катушка работает четко, чувствуется наличие множества подшипников. Она идеально балансирует именно этот спиннинг Black Max. Шумов нету, кноп очень удобный. Если поджать хорошо гаечку, то шата нету никакого абсолютно. Фрикцион работает превосходно, четко отрабатывает свою функцию. Реверс работает тоже нормально. Вопросов нету. Ребята, всем рекомендую, с учетом скидок, которые сейчас есть на эти спиннинги и на эту же катушку. Это идеальный сбалансированный вариант для спиннинговой ловли. На этом все. Такие вот дела. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч.